вами, как всегда, Олег и Валя из Египта. Напоминаю, кто не знает, что находится у меня за спиной, это променад на Амабей. Самая такая одна из центральных улиц Шарм-эш-Шейха. И мы обожаем здесь останавливаться, когда прилетаем в Египет, именно в бухте на Амабей. Мы сегодня провели хорошо время, даже погрелись на солнышке немножко. Завтрак, обед, ну, как всегда в отеле, ну, жизнь, она такая, трехразовое питание. Поэтому решили протрусить жирок свой, прогуляться, проехаться. И настало время пошопиться. Какие-то сувенирчики, что-то, может быть, для себя полезное купить. Крема, шампуни, это всегда всем надо, и всегда вы из Египта это хотите привезти. Чаи какие-то. Чаи, да, поэтому мы решили сегодня поехать в один из наслышанных торговых центров Дария. В котором мы никогда еще не были. Мы там не были ни разу, да. А так как, тем более, у них бесплатный трансфер за вами в отель, кстати, ссылочка будет в описании на их WhatsApp, Viber, на их контакты, то мы ждем трансфер, за нами должен приехать, и едем в Дарию. Ну что, поехали? Ждали трансфер немножко мы в другом месте, поэтому торопимся. Сейчас посмотрим. Автобус, машина, бусик какой-то будет, не знаю. Есть прикол, что там, мы в отеле Катаракта, здесь два выхода просто. Да. Приехал за нами микроавтобус Toyota новенький. Мелочь, как говорится, но приятно. Тебя не видно все равно. Да. Я говорю, мы любители походить пешком, но до Дарьи очень далеко, 20 километров. То есть мы-то... От нас далеко, да? Да, от нас на Амабей 20 километров. Из-за этого все-таки мы решили на трансфере поехать. И вот мы в Дарии, друзья. Честно сказать, мы думали, будет небольшой какой-то магазин, но просто он огромный. Я только что пробежался, посмотрел, он действительно большой. Сразу хочу сказать, что Дария находится напротив приблизительно отеля Амваш в Напк. В 20 километрах, как я и говорил, уже от Амабей, но у них есть трансфер, ни одна машина, спокойно заказывайте, все ссылки в описании. А теперь... Идемте знакомиться, потому что нам сказали, что в этом магазине одни из самых лучших цен в Шарм-эль-Шейхе. Погнали! Вам добрый вечер, уважаемые. Меня зовут Рамус, я здесь продавец. Сейчас я буду с вами как личный гид 5 минут. Быстро вам расскажут и все, что у нас есть. Потом нашим ребятам, они угостят для вам чай, кальян и манго. Теперь попробуйте покурить, потом можно взять корзину и забрать товары, которые вам хотите. Давай! Показывайте, очень интересно. Мы пожалуйста. Про вас часто слышали, но пока ни разу у вас не были. Начинается, если вам интересует, здесь у нас есть большой ассортимент государственной аптеки, если вам хотите. Давай. У нас есть очень большой ассортимент государственной аптеки, если вы хотите. С вами не будет продавец, с вами будет доктор. Хорошо? И цена на коробку есть. Если стоит 10 фунтов для туриста, стоит тоже 10 фунтов для детей. Слышали, да? Цены фиксированные, никто да, вас тут как не обманет. Да, государственно. Например, вот все цены вот здесь. Да, египетский, 159 фунтов. То есть, ребят, да, если цена пропечатана, значит все в порядке, вас тут никто не надует.
Давайте дальше, пожалуйста. Самые популярные витамины, то, что берут, все есть. Да, здесь можно вам найти бунтугар, здесь можно вам найти омега-3, все, что вам угодно здесь можно найти. И тоже государственная аптека, и чьих сертификат я вам отдаю, братцы, товары. Это самое главное, хорошо? А немаловажно, хотел спросить, а на вывоз вот чеки вот эти? Чек. Для таможни все четко? Да, и вы объясняете, сколько можно вывести товара, да? Да, да, да. Давайте дальше, пожалуйста. Если вам интересует, ребята, сумка, у нас можно взять такая штучка, 3 на 5 долларов, пляжная сумка, не за штук, за 3 штучки. 3 штучки 5 долларов. За 3 штука 5 долларов. И можно взять тоже у меня такая, это 2 раза объем больше, 2 штучки на 5 долларов. Этого везде около гостиницы, люди ответ или продавцы говорят 15-17 долларов. Здесь у нас каждого по 3, 2 за 5. Маленькие 3 штучки на 5 долларов, если вам ходить. По-моему, на подарки, на сувениры отличный вариант. И тоже у меня очень много выбора. Очень много выбора. Угу. Давайте, пожалуйста. Здесь у вас что? Сладости. Так, у нас тоже большой ассортимент рахатлукум. Например, у меня на любая коробка рахатлукум, каждому коробка стоит 1 штучка 1 доллар. А если вам получились 5 штучки рахатлукум, сейчас стоит бесплатно. Извините. 5 пачек коробку. По доллару и 6 вы дарите. Да. Каждому штучке стоит 1 доллар. Поручились 5 штук, 5 долларов, 6 стоит бесплатно, если вам хотите рохотлупума. Хорошо? Да. Здесь тоже, если вам хотите пастила манго, который с сахаром есть, если вам хотите клубника, если вам хотите гранат. У нас на любая штучке стоит 1 штучка 1 доллар. Тоже, если поручились 5 штук, 6 стоит бесплатно. Ну, если вы сладенькое, да, хотите из Египта привезти. Халва тоже, если вы любите халва. Нашему халва не семечки, нашему халва все кунжутные. С кунжутом, мы бывает, слышали. Да, бывает у нас маленький размер и стоит 1 доллар. Бывает у нас средний размер и стоит 2 доллара, если вы хотите средний размер халва. Бывает у нас большой размер халва, каждому штучке стоит 4 доллара. Но если получились 2 на 8, 3 бесплатно. Есть кунжутные с фисташки, есть кунжутные с миндаль, есть кунжутные с фундук. То есть 3 пачки 8 долларов получается. Самый вкусный халва, да, такая. 3 штучки ассортимента стоит 8 долларов. Самый вкусный. И бывает у меня также самый вес, но это каждому штучке стоит 2 доллара и можно взять 3 на бед. Хорошо, скажи, пожалуйста, скажите, а фунтами можно рассчитываться? Да, мы принимаем доллар, мы принимаем фунта, извини, да, доллар и фунта, и мы принимаем тоже евро, если вы хотите. И можно карта. Отсюда тоже, если вам интересует чипсы, можно взять у меня 4 штучки за 1 доллар, если вы хотите чипсы. 4 штучки на 1 доллар. Тоже, если вам надо сушеный манго, бывает у нас сушеный манго. Если вы любите сок, дайте вам нож и вот разрезайте 4 штучки или 4 полоски, вы говорят, да? Так, полоски. Полоски, да. И поставьте чуть-чуть в миксер, литр воды, 2 ложки сахара. Такая штучка сделает минимум 4 литрового сок манго. А, просто сделаешь сам себе сок манго. И тоже можно вам есть. Так можно и так можно. Это недорого. Каждому штучке стоит 3 доллара и можно взять 2 на 5 долларов. Финик из миндаль, финик из фундук, финик из фисташки. Маленький пакетик финик стоит у нас 1 доллар. Средний финик у нас можно взять 3 штук на 5 долларов и можно взять тоже ассортимент за 3 штука 5 долларов. 3 пачки 5 долларов, да. Мы когда-то, помню, покупали в аэропорту одну за 9, наверное. У нас можно взять 3 ассортимента за 5 долларов. Можно взять у меня 1 с белой шоколада, 1 с молочной шоколада, 1 с клубникой. Самый большой размер финик можно взять у меня 3 на 8, если вы хотите. Давайте дальше. Отсюда тоже, если вам интересует, камушки шоколада. Да, камушки очень вкусные. 1 доллар. Большая камушки можно взять у меня 3 штука на 5 долларов. Все сырогодные у меня очень новые и можно каждому штучке начинается проверить. Мы такие покупаем часто деткам друзей. И не дорого, 3 коробка за 5 долларов. С вами будет мой брат здесь про сувениры, про табака, про все. Добрый вечер, уважаемые. Меня зовут Мино. Ну, как говорят, Мино, это просто имя. Тут этот небольшой сувенир, это тоже наши. Все сокветки, все какие-то. Ну здесь. Да, кто-то привозит сладости из Египта, кто-то да. Вот папирусы, это или папирус, сувениры. Это настоящий папирус, который каждый свое значение. Все полосатые такая, и потом делит как друг друга, потом положит на большой пресс. Это папирус.
все положат на большой берез, и потом именно делят как на водой на 3 месяца, поэтому это уже настоящий папирус. А его, скажите, пожалуйста, Мимино, да. Без проблем можно вывезти из Египта? Конечно, да, без какой проблемы, и мне отдают тоже печати, и мы отдам тоже именно наши вообще, которые есть, если чек надо, тоже мы чеки даете все. Да, угу. И это когда замотает, тоже вот такая, мне отсюда ведь тоже замотает, либо вот такая, размер большой, не весит, а большой. Это замотает дальше, вот такого не поломает, и потом на тупс тоже мне отдают, сделать такие бобины. Ага. Это мягкий, ничего не обломает. Не порвется? Так. Ого. Да, это вот так настоящий. А бобин. Сколько такой стоит? Такой примерно, этот большой размер был $12, уже за $8, такая большая размер. 8-12 долларов. Да. Есть такие по $3 примерно такая, и если получились 2 штуки, за $5. Тут большая такая за $5, именно если получились 2, за $8 мы отдаем тоже. Акица, когда весит на больше, много берем. А я слышала, светящиеся есть папирус. Светящие, конечно, это все в темноте, сейчас мы покажем сейчас. Примерно, тут эти дербошасты, дерба жизни, мне считается, как жизнь человек, когда он берет ребенок. Когда он доверится, типа здесь он думает, что он делит его в жизнь, а здесь типа он очень рад на все, что он делит. Уже этот последний птица, типа он уже смотрится даже по другому сторону. Этот банаш обозначает дерево жизнь. Это смотри, как будет в темноте. Мы люди подробности скажем и покажем все такая. Смотри, Эквель. Уже вау. Кошка стоит, да, кошка банаш обозначает и бригад дома счастье. Ну, на самом деле, да, я не сильно удивлена, я это все видела, включайте свет. Это все видно? А это нет, да, нет, это включайте это? Свет. Включайте свет, да. В общем, все светится, ничего да. особенного. Ну, да. Я думаю, папирусы все-таки не сильно популярный товар, да, может, что-то популярнее покажете? Ну, это только в Египте растение такая папирус, самая настоящая такая. А если тут отсюда вы все сувениры, именно каждый своей значение. Дратутанка, Моники, Батра, Зис, молодости, богатства, типа богатства есть. Есть, которые именно красота, есть, которые именно Аладдин, именно когда желание будет, есть типа для больше деньги. Есть такие монетки наши, тоже такая. По $2 стоимость набора, такое все тоже это есть. Это просто сувенирные, да, или настоящие? Сувениры, да, это можно привезти, ну, спокойно, без никаких проблем, да. А есть либо бибельница, пирамида, есть которые... Ну, понятно, да, много все разных. Все есть. Просто тоже все... есть такая. У нас дома много подумать. Чего из этого есть. Да, а тут есть сигареты, ребята, кому-то любят сигарет. По доллар, по два, по три тоже есть. Брелики, два на доллар тоже есть такая. Есть еще именно магнитик, это здесь дерево. Это 6 штуки за $1. Такая дерево, именно сандалы. Магнитики, да, везде. А если брали 2 штуки, мы третий отдаем бонус. Типа 3 штуки, 18 магнитик, получается именно $2. В общем, я так поняла, в вашем торговом центре, Дарья, можно купить все в одном месте и не ездить по разным магазинам, да, Египта. Да, 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 точно такая. Спасибо большое за рассказ, интересно. Проблема у каждого может быть, это у вас в дороге где-то сломается чемодан. Ну и вам обязательно надо купить свеженький, новенький, чтобы забрать свои вещи. Расскажите по ценам, сколько стоят у вас чемоданы. И какой, как правильно его выбрать, да, вообще? Если честно, проверить на чемодан, есть который именно весит размер, это сначала, и какой материал. Есть такой силиконовый с карбон, называется такая. Именно вот тут этот, который не поломает, когда они кинут на чемодан. Бросать можно. Да, конечно. Именно вот тут это, когда кроешь чемодан вот такая, этот, который мягкий, как резина такая, ага. Положи сюда рука, смотри, как я возделю тут сюда. Это мягкий, мягкий такая, ага. Который не поломает такая. Настоящий силиконовый скарпон. А сколько такой? Это размер М, Л, да? Это, например, на М-ка размер. М-ка. Есть еще меньше. Какая цена на него, это, интересно? Например, это была вот такая 22, уже за $18. 18-20 долларов. Да. Это вообще недорого. Да, силиконовый настоящий. И такая. Цвет какой красивый. По-моему, я его себе куплю, да, сегодня. Очень красивый, точно, да. И есть такие ручные клади, такая. $15 примерно такая. Угу. Да, именно силиконовый так же самый. Ну и большие, огромные, да, чемоданы. Есть огромные, тоже есть такая большая, очень тоже есть. И потом тоже, если вам интересует, тоже есть это с дубов колосы, который внутри тоже в музе. Именно который, какой проблема ему с таким наверх. Есть не такие, отпадут. Да, это как, если честно, типа как квадроцикли такая. И внутри. У меня такие же сами на 5 год назад и хорошая работа, если честно, такая. Да. Спасибо за информацию по чемоданам. Вот дальше есть еще у нас сумки.
Это сумки пляжные, сумки именно, которые в сети тоже, типа, есть для школы, есть типа, которые вот такая. Тут это все для кожа. Школы это рюкзаки? Рюкзаки, типа, такая, ага. Да, есть. Тут это кожа настоящая кожа, это верблюжья кожа, настоящая такая всякая. Мягкий. А нам говорили, что могут обманывать, и кожа будет не верблюжья, а, допустим, баран. Это есть баран, да? Если честно. Есть баран, ну, чувствует пока цена такая. Именно есть, который мягкий-мягкий, временно. Как это вы такая, это с верблюдами такая. И мы верим тоже с зажигалком, тоже такая. Это горит или не горит. Ага. Если чисто, да, кожа, это не горит. Старый прием. Да, это настоящий такая. Это есть большой, маленький, средний есть. Есть всякие такого, есть рюкзаки, есть которые именно вот тут это тоже очень красивые сумки тоже и все аккуратные. А сколько тоже стоит? Примерно начинает по $15 кожаный, есть которые по 17, есть по 20, 25 самые дорогие сумки. 25. Тоже, да, есть как это ведь тоже такие мягкие, есть коровные. Да, очень приятная на ощупь. Да, есть которые коровные. Ой, вот какая красивая. И да. Кошелечки, да, я вижу. Кошелечки тоже у нас отнесли сейчас. Не все большие такие, за $7 тоже. $7. Маленькие за $4 есть, $4 есть, да. Мешок тоже есть такая, это который мужский. Есть автоматический тоже такая, это настоящая кожа. Именно кожа настоящая такая. И именно автоматически работают тоже. Такие вот ремни по всему Египту ходят, продают по $2. Или да, это у вас есть другие они? Ну, есть, которые по $2, но это не кожа. Это который, ну, если честно, драмантин немножко такая. Ага. Это похоже такой. Временно такая, это который по $2-3 такая. Все, ну, кацева совсем другая. Здесь, да. И здесь такая. Это который шьют аккуратно. А и этот настоящий такая. Это который временно $7 такой. Ну, недорогие. По-моему, тоже хорошая цена. Да. А есть еще тоже верблюжьи. Дальше я вам покажу. Тоже есть еще здесь. Это отсюда ведь тоже очки. Любой кому-то, если хочешь на сафари, который на очки дешевые есть. Есть и дорогие тоже. У меня Blu-ray тоже есть разные, угу, такая. Есть, которые начинают по $5 очки, до $20 тоже очки. А эти по 20? Это которые вот тут, это отсюда по 15, по 10, по 12 тоже есть. Отсюда вы на станде такая любая, да, которая по $5. Да. Отсюда ведь уже кошельки мужские тоже разные. Есть кожаные, есть которые драментины, есть хорошие, есть разные, если честно. Тут это мягкий кожаный, настоящий такая тоже. Да, очень приятный на ощупь. Да, это мягкий-мягкий, который кожаный, с коровьей такая. Все, спасибо за информацию. Тут это ремень, который я вам рассказывал, такие настоящие, это верблюжами такая. Это чисто кожа, толще такая. Вот толстый такой. Да, толще такая, это очень хороший, качественный такая. И мы отдам цирки два брата такого тоже есть. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Есть такие рюкзаки тоже, именно красивые тоже, если вам трусы. Меня зовут Макар, да? Есть у нас тут, начинаются футболки. И цена есть у нас минимум по $2. Есть еще который... Халфиер? Да. Есть минимум $2 и максимум $7. От 2 до 7 футболочки. Да, футболки есть у нас разные все. Угу. Да. Есть у нас такие? Или вот такой? Ну, мы видим, что ассортимент у вас... Ой, да? Ого, какой по большой. $2 футболки. Супер. И женские, и мужские, да? Да, то есть, и то есть. А есть еще которые такие? Это чисто, есть из Египта, без Египта. Разные все у нас. Женские и мужской. То есть с надписями и без... Есть у нас бабьят, есть басим, разные цены. Да, мы уже поняли. Разные все. Еще тоже есть, который... Это туника. Есть у нас короткий, длинный, средний. Это который средний. Угу. Это стоит $5. Есть еще, всего который... $5. Да, короткий. Такие это стоит $3. $3 короткое. $3. Угу, понятненько. Дальше покажите, что еще вы продаете. Тоже, это который? Это штаны, да, чисто флот. Ой, класс. Тоже. Это аладдинки называются они? Есть еще, как? Можно тоже сделать, как были рубашки, будет костюм. Костюм будет. Да. Ну, штаны классные. Особенно где-то на пляжик. А сколько, да, стоит? Ну, мы видим, это, да, с капюшончиком. Это были рубашки с кавычок, чисто хлопок тоже. Угу. У нас вот такой костюм, это стоит $6.
Одна вещь? Да, один или костюм. Такой. А, костюм? Отдельно будет по 4 доллара, чисто хлопок. Класс. Ну а если костюм вместе, будет 6 костюм. Долларов. 6 долларов. Весь костюм? Да. Да ладно. Я таких цен вообще нигде не видела в Египте. Обычно долларов 10-8, да? Мы 2 года живем, что-то и рядом таких нет. Еще есть. Ну такие штаны, кстати, я себе, наверное, возьму. У нас детские футболки. Начинается, если у нас по 3 доллара, и можно 2 забить. 2 футболочки 5 долларов. Да. Есть еще такие, это которые штампы среди, хорошо, есть из Египта, без Египта, Nike, разные все. Угу. Ну, это понятно, штампы, ассортимент. Хорошо. Стоит 5 хороший. Долларов. Вот угу. Олег шорты уже себе штаны примеряет. Это у нас шорты. Начинается, если у нас по 4 доллара, есть у нас хороший, стоит 6 долларов. 6 долларов шорты, 4 доллара шорты. Да. Есть еще тоже у нас костюм разный. Тоже. Чисто хлопок. Вот такой. Это спортивный? Да. Вот такой. Ого, так он теплый. Это костюм очень хороший. 100% кутун египетский. Круто. А по вечерам иногда надо утепляться даже в Египте, потому что бывает прохладненько. Сколько стоит? 14 долларов. Весь костюм. Набор 14 долларов. 14 долларов. Комбинат. Супер, так смотрите, какой выбор по цветам еще. Еще есть тоже у нас, это который Арафат для сафари. Угу. Ну они, наверное, вообще копейки, да, у вас стоят? У нас есть такие, это 3 штук 1 доллар. На доллар 3 штуки? Все. Да, 3 штук 1 доллар. Еще есть тоже чисто хлопок, который хорошо и большой. Вот такого. Ага. Это 1 доллар. Тут уже и на пляж можно брать ее. Это 100% кутун египетский у нас. Доллар. Да. Все понятно. Ну и еще полотенце. Еще есть тоже полотенце 100% кутун египетский, разные все. Да. Как вы знаете, хороший или нет, это у нас... Это 100%, водичкой капнуть, да? Да, это который бита в воду, чисто хлопок. Угу. А, можно вам тоже попробовать. Это, я, кстати, сразу никогда не бит. Пробовала. Да, да, впитывается, да, сразу. Так а что если у нас хорошее. Тоже написано кутон, но это вот. То есть на ощупь я так даже есть не различу. Есть кутон. А, вот. Все, вот водичка стоит. Да. Так а для чего тогда такие полотенца продаются? Есть подешевле, есть у нас хорошие. Разные все. Кто хочет это подешевле. Это сколько стоит? Это за 4 доллара. Такие. И можно отдать за 3 доллара. Угу. Вот такой. А если у нас хороший, чисто хлопок, как-то вот такого. Большого, это, да? Это, который бита в воду, так же самое. Такое сколько стоит? Это стоит 5 долларов. Супер вообще. Если у нас по 3, если у нас по 5 долларов. Есть такие набор, это 4 штук. О. Да, это набор у нас 4 штук, вот такой размер стоит 18 долларов. Так 18 меньше 5. 18 долларов? Да, потому что набор, комплект, хорошая цена. Выгоднее, есть, конечно, наборчик еще покупать. Особенно на подарки, если ты можешь. Да, да. Есть, да, еще тоже для рука. Угу. И для лица тоже есть. Хорошая цена. Которая бита в воду тоже. Еще есть тоже, это у нас разные все. Это штаны джинские. Разные. Это стоит 4 доллара. Джинские. Любой. Угу. Разные. Есть еще тоже такие. Это который Аладдин. Аладдин. Да, это очень хороший. Который, знаете, вот с заниженной, вот как это сказать... Да, если я вам покажу. Правильно. Вот такого. Угу. Да. Это стоит 5 долларов просто. 5 долларов. Кутон египетский. Еще есть тоже у нас вот тут. Это табашки, тапки для моря. А, коралки называются. Да. Силиконовый. Вот такого хороший материал. Это стоит 3 доллара, а если 2 забьять можно. Вообще шикарная цена. Да, 2 штук за 5 долларов разные. Еще есть тоже у нас маски, есть у нас из каких фирм. Начинается, есть у нас маски, 7 долларов. Это есть... дорого или дешево? Это подешевле. Который... Подешевле. Да, это этот силикон тоже, но этот, я не советую вот такого. Надолго ее просто не хватит, да, но хватит. Хорошая фирма стоит не 13 за 10 долларов. Вот, вот такие. Это силикон хороший, бьет фильтр. Не пропускает воду. Угу. А если есть проблемы, это наша маска. Ну, вот это вы спрашивали у нас, почем в Египте полнолицевые маски, пожалуйста. Да. Есть еще такие, это которые 10 фильтр, самоходовые у нас. Ого, что это за... Сколько стоит? Это 18 долларов. Самая хорошая маска у нас. А зачем такая с двумя? Это новый модель, очень хорошая маска. 18? 18 долларов.
Я такого не видел. Супер. Я тоже не видела. Это новый модель, хорошо. Еще есть тоже, это у нас чехоль Avodi. На пляже такие ходят, продают. Начинается, есть у нас $1. Есть еще силикон хороший, я советую вот такого. Это стоит $3. Еще есть лучший, который это стоит $5. Это самый ходовый у нас. Супер. Самый главный хороший материал в чехоль просто. Спасибо большое. Но на этом магазин еще не закончился, и мы идем дальше. Еще тоже у нас это, которые кепки, разные такие. И гивиски тоже разные. Сколько штук? Это 2 штук за $5. $5 две кепки. Да. Разные все, можно. А коралки почем, интересно? Да. Уже, да, рассказал, а пока коралки, ты там где-то бегал. За $5 силикон там хороший, да. А это какая-то микрокепочка. Это детский. Да, я вижу. Спасибо. Идем дальше изучать магазин. А торговый центр Тария, по-моему, не заканчивается. Еще есть магазины? У нас осталось только один магазин. Ага. И тоже, если вам интересует манго, у нас тоже бывает манго килограмм и стоит $1. Ну, манго, по-моему, это самое интересное и самое популярное, что привозят из Египта. Все люди у нас задраются. Это. И тоже бывает, которые можно кушать и сегодня, и тоже бывает у меня манго, которые можно выкушать через 2 дня, через 3 дня. Привезти потом. Да. А скажите, вы упаковываете с собой в самолеты? Конечно, конечно. А можно в ручной кладе, да, везти? Да, да. Вам нужно маленький ящик, можно взять 5 килограмм. Вам надо большой ящик, можно взять тоже 8-9 килограмм. И мы пакуете все манго, хорошо? Давайте, пожалуйста. Так, а здесь у нас? У нас остался здесь последний магазин. Это самый популярный и самый известный у нас крем в Египте. Называется Камель Минк или крема вербелюж молока. Очень хороший крем, увлажняет кожу, для сухой кожи. И самый хороший у нас крем от ожога. Коробка 250 миллиграмм у нас стоит $4. $4. А если вам получилось 2 штучки на $8, мед дает 3 бесплатно. О, вообще можно супер. Взять 3 штучки на $8. И можно взять 1 вербелюжа, 1 алоэ вера, 1 масло кокосовое, если вы хотите. Вот так, 3 бутылка стоит $8, если вам нужно 3 ассортимента. 8, 3 бутылочки. За 3 штучки, отлично. Да. Еще тоже, если вам хотите очень хороший зеленый виагра для мужчины, у нас бывает руккола масло. Очень хороший зеленый виагра для мужчины. 300 миллиграмм у нас стоит $8. Бывает тоже у нас креатин и брутин и миноксидил и чеснок. Очень хороший креатин от выпадения волос и для бьем. Ага. Это прям самый популярный у нас. Это надо его втирать или? Да. Надо пить? После шампу бользовать. Нет, надо во вторая. Очень хорошо. Бользовать каждый день на ночь. И тоже есть у нас смесь коллагеновым. 125 миллиграмм. Такая бутылка у нас стоит $8. Очень хороший коллаген против морщин, если вам надо. Здесь тоже, если вы слышите, ребята, про масло чунитмин. Сами ходовые, да, витамин. Слышали. Да, очень хороший витамин. Бит натощак, ложки чая на голодный желудок. У нас бывает 300 миллиграмм, Берви Оджин, чек, сертификат я вам отдаю, стоит $8. И тоже есть у меня полулитровая, стоит у нас $15. И тоже есть у меня 1-литровая, Берви Оджин, стоит у меня $25. Ого, бутылочки не маленькие. 300 миллиграмм есть, и тоже есть у нас полулитровая и 1-литровая, если вы хотите. На любой дизайн у нас есть, Кинобатра и Нефертити. 300 миллиграмм на любое масло у нас стоит $8. Кроме чунитмин, есть у меня кокосовое масло, есть у меня масло жужаба, есть у меня орган, есть у меня сандан. На любой коробке здесь 300 миллиграмм и стоит $8. А вот это самое популярное для суставов. Да. И именно фирма Нефертити, очень хороший. Бывает у меня маз от сустава, коробка Нефертити. Бывает тоже у меня маз от варикоз, дай бог никто не болит, но есть маз от варикоз, очень хороший. И бывает тоже у нас масло спины и для шеи, жир из страусин, если у вас есть кто-то болит к спине и шеи. Такого можно взять 3 ассортимента, за 3 коробка $8. Жир из страусин, масс от сустава, масс от варикоз. За 3 штучки стоит $8, если вам хотите 3 штучки ассортимент. Спасибо. Пожалуйста. Я не буду долго, еще 2 минуты и большое спасибо. И здесь тоже, если вам интересует чаи, бывает у нас очень хороший чай для печени. Бывает у нас чай хороший для успокоительного, если у вас есть человек нервный. Очень хороший чай для успокоительного. И бывает у нас чай хороший, понижает сахаром. Бывает тоже у нас чай для проблемы желудка. Это называется хельба чай или желтый чай или золотой чай. А вот это я знаю, что. Саламатка чай. Очень хороший чай для похудения. Для похудения. Очень хороший. Но чай только говорят, лучше сидеть дома, когда пьешь этот чай, да? Если честно, вы не будет много в туалет. Да? Но этого не будет много в туалет. А как его правильно употреблять? Самый главный бит натощак. 1 чашка на голодный желудок. Очень хороший чай, да.
И тоже, если вам надо, звони, Виагра для мужчин есть, а если вы хотите тоже чай для сердца и для зрения, у нас тоже есть. А это хвостики какие-то? Да, очень известные у нас, очень популярные. За один час заранее бит одна стакана, очень хороший. А как его заваривать? Вот надо 2-3 штучки, 2-3 штучки надо на стакана, большая, угу. И бит. За один час заранее. И тоже, если вам интересует чай гуава, у нас бывает чай гуава, лимон, кокос, персик, диния, апельсин, манго, шоколад, клубника, гранат. Есть у нас зеленые фруктовые, есть у нас черные фруктовые, если вам нужно чай. Uh-huh. И тоже, если вам хотите сос гранат, есть теперь первый отжим, если вам надо оливка, масло, тоже есть теперь первый отжим. Отсюда тоже, если вам интересует, уважаемый, кофе с кардамон, кофе в карамель, кофе в шоколад, а кофе французский у меня все есть. Стали. Мы такой, кстати, тоже покупаем и пьем кофе. Давайте, пожалуйста. И здесь тоже, если вам интересует, паста очень хорошая, чувствительная. Самая популярная. Да. Сколько у вас она стоит? 2 штучки стоит 1 доллар, большая стоит 1 штучка 1 доллар. А если вам получили с большими 5 штук, стоит бесплатно. 5 покупаете, 6 вам дарят здесь. И тоже, если вам интересует духи и масло, бывает у меня духи и масло. И тоже, если вам интересует паста чувствительная, у меня есть. Еще тоже, если вам интересует шампу. Тоже популярный шампунь. Я, кстати, сама им пользуюсь таким. Шампу маленький стоит 1 доллар, большой шампу у меня стоит 2 доллара, если вы хотите. Хорошо? А вот этот классный черный, да? С черной тмина, да. Mm-hmm. Маленький стоит 1 доллар, большой стоит 2 доллара. Отсюда тоже, если вам интересует скраб для тела, золотая маска, маски для волос, крем из коллаген, чисто коллаген, у меня все есть. Есть еще такая штучка, очень бабулами у нас называется ментоль кристалл. Когда мы болит насморк, мы не пользуем капсуль, которая в аптеке, мы пользуем такая штучка. Ой, что это? Одна штучка максимум, вы поставки на 25 или 20 миллиграмм вода кипятком горячей, и вам дышит через носом, когда вы болит насморк, и вам дышит через ротом, когда вы болит горло. Очень хорошие штучки. Угу. Не знала такого, не видела. Сейчас я угостил для вас, попробуйте. Это вам чай. Можно попробовать вашему чаю, этого чай и манго, и кальяна. Ребята, такое гостеприимство каждому туристу тут, это не то, что там нам... Спасибо большое за информацию, сейчас пожалуйста. Будем пробовать. Пожалуйста. Ребята, если вам интересует экскурсии, туры тоже мы занимаемся. Бера Рас Мухаммед, остров Тран, есть на квадроцикле, на багги. На любой экскурсии в Шарме мы занимаемся, и намного дешевле, чем гостиница, намного дешевле, чем на улице. Если вам интересует, тоже на наш номер телефона, который есть на видео, это можно на экскурсии заниматься. Да, мы оставим все контакты, вот визиточку нам дали, только здесь плюс 2 еще. В общем, в описании под видео будет. Точно. Спасибо. Так, пожалуйста, удачи вам. И не бойтесь, да, брать экскурсии не у отельного гида. Хорошо. Да, мы надеемся, увидим все туристов, выделит хороший сервис тоже у нас. Пожалуйста. Такого ассортимента чая мы давно не видели, вернее, наверное, даже никогда не видели. Вы сами все видели, мы ни на секунду не пожалели, что приехали в этот торговый центр в Дарья. Всем настоятельно рекомендуем. Если не хотите покупать, приедьте, хоть посмотрите, сверьте цены с другими какими-то там, я не знаю, магазинами, которые у вас находятся в отеле или при отеле. Мы будем на этом заканчивать. Пишите свои комментарии, кто любит этот торговый центр, кто здесь скупается или кто еще только планирует. А мы побежали, Валечка уже себе кое-что присмотрела, побежали дальше. Да, я уже побежала выбирать себе вещи. С вами из Египта, из Сахал-Хашиш, да что ж такое, блин, уже привычка за 2 года. С вами из Египта, из Шарм-эль-Шейха, из района Напк были Олег и Валя. И всем пока!